Что? Но я не делала никакого выбора. Зато я сделала. А ты еще кто? Я вторая мафия. Ты разве не знаешь, что в игре две мафии? Нет, я не задумывалась об этом. Зачем ты убила Николь? Она же теперь никогда не вернется. Я тебя не понимаю. В убийстве смысл нашей роли и этой игры. Но это не игра, твою мать. Это реальные люди и реальная жизнь. Что? Теперь я все поняла. Боже, как я сразу не осознала. Ты серьезно? Конечно! Я поняла, что ты чокнутая. А придется мне всю игру тянуть, не пруха. Итак, предлагаю следующей казнить эту, как ее там, которая в тюрьме сидит. Не смей трогать Сару! Это хорошая жертва, она уже за решеткой, ей нечего терять. Если она умрет, то ты сдохнешь следующей, уж поверь мне. Точно чокнутая. Ладно, подавись ты своей Сарой, выберу того очкарика. Разве мы не должны принимать решения вместе? Первые два убийства совершила ты в одиночку, теперь я дважды выбрала. Следующего выберем вместе. Как тебя зовут, ты хоть чокнутая? Я Бетти. А я Салли. Круто. Да что ты такая мрачная? Тебе может шоколада купить? Хочешь знать, почему я мрачная? Я выбрала превратить мир в игру «Мафия». И теперь все, кого я знаю, все мои друзья, знакомые и, может, даже моя мама умрут. А если они не умрут, то умру я. Вот только они умрут в реальной жизни, а не в этой гребаной игре. И я даже не знаю, что мне делать. Ты еще более сумасшедшая, чем я думала. Знаешь что? Пошла ты. Я дома, мам. Слышала, у нас казнили уже 4 человека. Я плохо справляюсь со своей работой доктора. Каждый раз я лечу не того человека. Мам, ты не виновата. Это все из-за мафии. Она убивает людей, а ты лишь пытаешься спасти жизни. Ты права. Я не буду сдаваться. Мафия не делала выбор уже сутки. Очень странно, чего они выжидают? А может, они решили жить в мире и не трогать хороших людей? Но, Бет, так нельзя. Мафия обязана делать выбор. Это правило. А если не будет? Если мафия не будет выбирать, то умрет. Как это? Такие законы. Если мафия не делает выбор более 3 дней, то система выбирает убить мафию. А вы не знаете, у нас только одна мафия? Их должно быть 2. Интересно, а одна мафия может выбрать для убийства вторую? Даже не знаю, никогда не читала правила об этом. Интересный вопрос. Я думаю, что да, одна мафия может выбрать для убийства вторую. Уже 3 дня прошло, где ее носит? Что мне делать? Нам нужно выбрать кого-то. А вот и ты. Где ты пропадала? Слухи собирала. Я знаю, что ты интересовалась, может ли одна мафия убить другую. Интересная мысль, Бетти. Но я не дура, чтобы сидеть и ждать, пока ты выберешь меня. О чем ты? Прости.